Вот, например, сырок российский, да? 11 рублей стоит. Вот. Тут другие сыры. Вот, вот такой кусок сыра министер Маздам 110 рублей. По 300 рублей. Шоколадное масло очень дешево. 99. Вот. Настоящее масло сливочное 99 рублей. Вот такое масло 134 рубля. Смотрите, огромная упаковка. Масло сливочное. Шикарно. И такое вот 110 тоже. Масло сливочное. Шикарная упаковка большая. Сыр очень дешево. Шикарно. Вот такое масло сливочное 152. Традиционное. А, и капусту. Ну, капусту я у Анвара возьму. Смотрите, это вот такое маргарина Румянцева, Виолет. Прикольно, стоит всего 22 рубля.